Африка – это большой материк. В Африке обитает множество животных. Это леопарды, львы, ньялы или прочие антилопы или хищники. Если вы хотите увидеть этих антилоп или хищников, то смотрите передачу «Удивительная Африка». «Удивительная Африка». Зебры. А вы замечали, что зебры белые с черными полосками, а не черные с белыми полосками? Зебра травоядная, она относится к лошадиным. Это, конечно же, виды лошадей.